Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Цигунс. Факин цигун. Цыган, ёпты. Какой-то урод. Вот она нахуй. Вот они. Вот. А, блядь. А, сука. Ёбаный урод. Бля, обжег руку, ёбаная жизнь. Здорово, парни, доброе утро. Как сами? Сегодня солнечно. Погода будет заебись. Но вам-то похуй, денег-то у вас все равно нету, блядь. Дед Хасан чисто. Ебаная жизнь. ТВЖ, блядь. На мои цветы. Ебро. Хеббили гэнг. Rose on my chest. Это ночнушка. Не уебуйтесь. Да я только проснулся, братан. О, припух немного. Да чё спать? Заказов дохуя, надо всё это разбирать, блядь. Блядь, полдня нахуй. Ну не полночь, часа три точно, блядь. Цигун. Братан, ёпта. I'm a gypsy king. Слава Киев Стонеру. Расовый тип пидорасовый, братан. Да, сегодня все отправляю. Все, что вообще висит, все отправлю. Да, братан, встаю рано. Да, не, я бы, конечно, поспал бы с удовольствием еще, блядь, часа 3-4. Но просто это ведет к тому, что освобождаюсь только к 7 вечера. И нахуй оно надо. Фу, в рот себе отправь. Могу отправить твоему. Не буду трогать твоего отца, но тебе бы я отправил. Хотя нет, пошел ты нахуй, чмо. Поэтому ставим тебя в черный список, лошок.
Скромный маг и колдун. Ну да. Кепки с Д, братан, да я уж думаю, делать их не буду, блядь. Шапки, шапки. Не работал, ну, пару раз выходил. На 1 и 2 дня. Потому что это полная залупа. Работа охранником, это, братан, пиздец полный. Что такие дела? Да, возможно, будут. Шапки ТВЖ. Шапки ТВЖ, это очень сильно будет, бро. Это как шапки 228. Где еще работал? Работал тренером. Еще работа. Да нигде больше не работал. Да. Выходил продавцом в торговый центр. Продавцом, бля, ботинок Балдинини для гуронов. 3 дня тоже отработал. Ну, это такая тема себе. Это, хуй знает. Не мое, братан. Не мое вообще. Работать, блядь. Где-то, блядь. У кого-то, с кем-то, ёпта, кого-то слушать. Да пошли вы нахуй, пидоры, бля. Да, братан, заказал себе кофту САС, чисто, ночнушечку. Чтоб не мерзнуть. У тебя, походу, тоже такая, да, хитрец? Ай, блядь, спалился, братан. Зачем сказала? Я еще раз зевнул. А почему такая хуйня, когда кто-то зевает, ты на него смотришь, тоже зеваешь? Кто-нибудь разбирался в этом вопросе? Мне интересно. К шантажу пизды нахуй шли, ёпта. Всех нахуй, пошли вы нахуй со своим шантажом, ёпта. Монтажники ебаные, блядь. Еее, Джипси Кинг. Еее, скоро золотые грилзы. Еее, Хилбилли Гэнг. Выебем всех, еее. Зевать охуенно. Короче, парни, кто разбирался в этом вопросе про зевание, мне интересно. Я обожаю зевать. Нахуй ты говоришь на тему. Бля. Надо сегодня подзагорать сходить. А то ебало что-то бледнеет. Мало витамина D. Ну вы что там дрочите-то? Нормально, в сентябре уезжает. Цепная реакция, Анатолий. 75. Да, это, короче, ну там не собрали, естественно, все, что надо. Так я ему скинул, он вчера, позавчера заезжал, я ему скинул то, что набрали. Нормально, короче. Хватит, ёпта. В лучшем случае лучше, чем ничего, ёпта. И нормально, в сентябре отсюда съебётся. Чего? Блин, заебали. Короче, парни, последний пост на странице. Пишите туда комментарии. Мне интересно ваше мнение. От этого будет зависеть то, что запишем. Либо я пишу как год. Напишу. Либо как этот, блядь. Как ТВЖ светлым. Ну, как год я не напишу. Это мне Тоша будет помогать, ёпта. Черная масочка. Ну, а ТВЖ это уж я наебашу. Залупу всякую. Так что, кто сейчас вот в эфире, вот у вас 76 человек, блядь, если вы все напишите комментарии, у меня уже будет явно картина более понятная, что сделать первым. Пару треков от ГОД, либо от ТВЖ. Напишите комментарии сейчас, я серьезно, побольше комментариев пишите под последним постом. Я сделал там опросик, мне нужны комментарии, и от этого все будет зависеть. Давайте, пишите комментарии, нахуй.
Ебашьте, лайкайте, блядь, и ставьте комментарии, нахуй. Пишите, пишите комментарии, ставьте ваши лайки под последним постом. Там опрос, ебаный в рот. Ну вот на этой, блядь, культ-культ-культ, последний пост. Я там стою в худи, блядь. Вот я там написал, типа. Напишите, блядь, что хотите слышать больше, блядь. То или то, нахуй. ТВЖ, либо, блядь, год, нахуй. Пишите комментарии мне. Я потом посчитаю, как, чего больше. Братан, на этой стране, на этом аккаунте, культ-культ-культ, последний пост, блядь, фото, блядь, там, я стою в худи, я написал, попросил вас написать, нахуй, что там, блядь, что, какое ваше мнение, нахуй, так что давайте, ебашьте, ебашьте. Какой, братан, нахуй, троллейбус, ёпта, вот он, нахуй, ёпта, старый, блядь, в историю, да история, блядь. Ну, ся повешу, наверное, да. Месть казаха. Месть казаха. Это пижама. Пижама Сасоса, братан. Цыгане шили в Англии. Тебе, говорит, идет эта кофта. Косарь, кстати, стоила, я, блядь. Я доволен таким ценам на пижамы. Это Гуччи. По-любому, бро. Гуччи за косарь чисто. Для русских. Сасоса. Кайф, заебись. Ну да, кстати. Почти что. Короче, парни, давайте. Ждем, блядь. Да я сейчас побрею попозже. Сейчас я кушаю, встаю, брею ебало. И будем отправлять ваши посылки. Парни, под последнее фото в этом профиле. Культ, культ, культ. Пишите ваше мнение, нахуй. Мне это надо, блядь, для составления отчетности. То, что вы напишите, чем больше комментариев, тем, бля, больше, нахуй. Тем быстрее я сделаю то, что вы хотите услышать. Это серьезно, в натуре. Я даже с Светлым пересекался на той неделе. Мы уже говорили по поводу хотя бы одного трека, блядь. Не знаю, там что с EP, но по поводу трека уже пиздели. Так что давайте. Что напишите, то и сделаем, нахуй. Первым делом. Hubble Gang. Hellbilly Gang. Yeah, бро, ты шаришь. В ближайшее время я... Это понятно, опрос в истории я создам, но мне нужна активность в аккаунте, братишка. Надо больше. Надо больше это... Повысить активность аккаунта, блядь. Поэтому делаю пост. А можно как-то пост вот этот, фото повесить, блядь, в историю? Ладно, сейчас все замутим. Короче, давайте, пишите комментарии, блядь, под последнее фото. То, что хотите услышать, блядь. С Энтони Жаком, кстати, встретились, блядь. Я думал, он будет меня стрелять. Но он оказался добрым парнем. И не стал меня убивать. Давайте, парни, на связи. Hillbilly Gang! Да, скрин сделай и сторис. Я так и думал, да. На связи.